Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте BMW 4 серии купе. Итак, что мы видим? Вот немного помят капот, очень так интересно. И здесь вот помят немного, одинаково. В чем проблема, не знаю. Капот, естественно, равняется. Крыло меняем. Немного дверь. Дверь буду равнять. Ну и самое основное повреждение — это заднее крыло. Тоже вмято. Его будем ремонтировать. Ну что, разбираю машину. Итак, разобрал все, что нужно. Вот так выглядит задняя часть после разборки. Но ремонт я начну спереда. И для начала я измерю все, что можно измерить, всем, чем можно измерить. Ну и затем приступлю к ремонту. После всех измерений выяснил, что лонжероны стоят на месте, да и практически все стоит на месте. Есть небольшие повреждения, там где было крыло повреждено, всякие крепления крыла, но это мелочи. Поэтому сразу начинаю с примерки переднего крыла. Итак, прикручиваю крыло. И смотрю на переднюю дверь. Вот столько она забита вовнутрь. Ну что, ремонтирую переднюю дверь. Ну что, дверьку я сделал. Теперь можно примерять и крыло, и фары, ну, в общем, все остальные детали передка. Что я и делаю.
Ну что, друзья, с Wordle я покончил. Все зазоры good. И теперь я перехожу к заключительному этапу. Ремонт заднего крыла. Так, заднее крыло я тоже сделал. Зачищаю. Затем примеряю все остальные части зада и отдаю машину на покраску. Итак, машина покрашена, собираю.
Ну что, друзья, на этом ремонт мой закончен. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на новые видео. С вами был Артур. Пока!